вами Лига Music Wars. А значит, у нас сегодня грандиозное событие. 3000 человек смотрит мой канал по Music Wars. Соответственно, новые игроки у нас приходят, меня находят на Ютубе, выходят по вашим рекомендациям. Спасибо всем большое. И это видео, то есть, соответственно, двинет, ребята, розыгрыш, который произойдет в субботу. Я не буду сильно его нигде распространять. Это сделано чисто для моих подписчиков. Но давайте сначала скажем спасибо нашему еноту, который у нас всегда появляется тогда, когда его ждут. Всем с вами Лига Music Wars. Так, охота сказать, но сегодня уже поприветствовал, доктор вам все рассказал. Поздравили вас, конечно, с 3000 подписчиками. Ура! Надо же, нас 3000! Ну ладно, это мы порадуемся в другое время. Ну а сейчас я вам расскажу, что же надо делать. А делать мы будем простые, элементарные вещи, конечно же. Надо просто оставить внизу комментарий, в котором вы будете указывать свой ник. И мы будем выбирать 5 победителей, ребята. 5 победителей по месячному плану. Но не забывайте, на розыгрыш у вас ровно 2 дня. То есть это сегодня, можно сказать, завтра-послезавтра. Ну то есть, или завтра-послезавтра. То есть я сегодня думаю к видео, к вечеру я домонтирую. Но, ой, с 2017 года, как много времени прошло, как много обзоров было. Я и стримы вел, я и глаза там, ой, вообще просто столько было. Ой, прям вообще, ну ладно, сейчас уже не то главное, а главное само участие. В общем, жду ваши ники. Будем разыгрывать рандомом, будем разыгрывать на стриме. Еще раз, с 3000 меня, ура! Круто вообще, просто круто. Ну ладно, вот теперь уже точно все. Вот теперь все, доктор, давай, добивай оставшиеся. А я с вами прощаюсь. В общем, увидимся на других обзорах или на открытии подарков. Давайте еще раз повторю. В комментариях оставляйте, конечно, свои ники в обязательном порядке. Будем среди них рандомом разыгрывать, ребята, месячные планы, которые с удовольствием доктор вам раздаст. В общем, 5 победителей будем выбирать. И розыгрыш в субботу. В субботу, ребят, на стриме. Так что ждем.